Продолжается, дорогие друзья, 29-й тур, второй игровой день. И Ержан Аманкельды против Жанибека Салима. Тарас против Уральска. Барселона против Манчестер Сити. Сейчас попытаемся найти хотя бы хоть какую-то мотивацию в этом матче. Но в первую очередь стоит сказать, что Жанибеку Салиму здесь нужны 3 очка. Хотя, дорогие друзья, если впереди у нас еще будет матч Равшана Бабаева. Сейчас вы поймете, к чему это я говорю. Если вдруг здесь Ержан Аманкельды теряет очки, то есть проигрывает только так. Потому что Жанибеку Салиму также нужна победа, потому что есть все-таки мотивация остаться в первой половине турнирной таблицы. И входить в топ-8 Ситанта Пролиг, согласитесь, звание очень крутое. То нужно побеждать. Ержан Аманкельды. Вот это вот наш начало. 4-я минута встречи. И Усман Дембеле, положив корпус, с левой ноги пробивает. И счет на табло у нас становится 1-0. Еще раз смотрим. Спасибо за весь повтор от EA Sports. И с левой ноги классный гол. Усман Дембеле, 11-й номер Барселоны, счет у нас открывает. Ну, все по плану идет у Ержана Аманкельды. Но, дорогие друзья, если Равшан Бабаев побеждает, я не договорил о Ержане Аманкельды. Ну, сейчас уже, наверное, трудно об этом говорить. Что-то из серии фантастики. Но если проигрывает Жанибеку Салиму, то равное количество очков будет что у Ержана, что у Равшана Бабаева. По 60. Плюс Алмаз Касымжанов играет с Анетом Илюсиновым. Если набирает там тоже 3 очка, будет оставать от них всего лишь на 1 очко. И в последнем туре борьба будет за второе место. И вот этого я точно не мог предположить. Вот это будет жара. Сане. Агуэро. Ну что ж, для интереса будем болеть сегодня Жанибека Салима, получается. Сане. Стерлинг пробивает и угловой зарабатывает Манчестер Сити. Чтобы 30-й тур был просто огненным, дорогие друзья. Чтобы мы с Валиханом здесь так кричали, чтобы разбудили ваших соседей, если вдруг вы будете смотреть это ночью. А если нет, то просто насладиться. И, естественно, последний тур будет просто крутым. Если все, конечно, по сценарию тому произойдет, который я вам говорю. Фернандиньо. Де Брюйне. Кайл Уолкер. Фернандиньо. Винсент Компани. Суарес прибежал не на свою позицию, но прибежал удачно и мяч отобрал. Нарушение правил от Жанибека Салима. Усман Дембеле. Андре Гомес. Дембеле. Компани первый на мяче. О, Сашка Зинченко снова у нас появился в составе. Жанибек Салим радует нас. Второй матч подряд ставит в основу Александра Зинченко. Кайл Уолкер. Ложный замах. Давид Сильва, Кун Агуэро, и это 1-1. А вот было ли положение вне игры или нет? Нет, не было. Потому что уже все. Когда крупный план берет на празднование мяча, то это уже точно гол зафиксирован. Ну и смотрим еще раз. Там получилось в падении пробить Куну Агуэро. Пике прихватывал аргентинца. Но 10-й номер Серхио Кун Агуэро на 17-й минуте смог счет сравнять. А этого нам только и нужно. Мы хотим безбашенного футбола в 30-м туре. Вот так вот, казалось бы, да, друзья, все практически уже понятно. На Ситанта Пролиг чемпион известен, а вот и не так. Борьба за вторые, третье и четвертое место в самом разгаре. И борьба за попадание в топ-8 вся в самом разгаре. Ну и борьба, чтобы не занять последнее место, также в самом разгаре. В общем, 30-й тур будет просто бомба. Ну и не пропустите его, конечно же, дорогие друзья. Нельзя такое пропускать.
И нужно смотреть либо в прямой трансляции у нас на телеканале «Ситанта Казахстан», либо потом в Ютубе. Кстати, в Ютубе вы также сможете наблюдать прямую трансляцию. Рахим Стерлинг забивает. А нет, штанга. Я уже хотел кричать, что 2-1, но нет. Рахим Стерлинг попадает в штангу. Отличная атака Жанибека Салима завершается только попаданием в каркас ворот. Суарес. Хороший пас на Дембеле. Как все здесь продумал Ильжан Аманкильды, но технически не получилось. Зинченко. Ложный замах. Финт. И отмысистский мяч уходит. 28-я минута встречи. Счет на табло у нас 1-1. Если предебр, Йенгбер Тарцтаги здесь улердинг бредевайту готолох Нигсбар. Ельжан Амангелді және Жәнібек Сәлім арасындағы кездесу. Егер бүгін опайдан Ельжан шашау шығаратын болса, онда Равшан Бабаев жеңіске жетіп жатса, Равшан Бабаев болса, Арман Пирмановпен кездеседі, онда үшінші орын үшін талас қыза түсетін болады. Әзірше есеп бірде бір. Жәнібек шабуылда. Бірақ бұл жерде Лерой Санэнің аяғында тұрған допты тартып алды. Нельсон Самеда қапталдан допты ойынға қосты. Иван Ракитич, Андрей Гомеш. Луис Суарес назарларыңызда. Солға қарай Филиппе Каутиньо. Айбылан қасырылған пас. Усман Дембеле допқа жете алған жоқ. Давид Сильва, бірақ Давид Сильваның аяғындағы допты қазір Барселона ойыншылары тартып ала білді. Усман Дембеле Лео Мессиға қалдырды, бірақ Мессидің алдын Зинченко орап кеткенін көрдіңіздер. Зинченко жерлете алға қарай шығарып отыр. Иван Ракитич, Месси. Усман Дембеле. Қайтадан Месси. Бірақ Мессидің басын бұл жерде қарсыластар оп-оңай ғана оқып қойған көрдіңіздер. Усман Дембеле. Эдерсон. Давид Сильва жер бауырлата асырған еді. Серхио Агуэро қалайда. Барселонаның қорғаушылары өз орнынан табыла білді. Нельсон Самедо. Усман Дембеле қайтадан Луис Суареске берген еді. Луис Суарес бұл жерде оп-оңай ғана доптан айырылып қалған көрдіңіздер. Иван Ракитич. Андрей Гомеш. Бірінші тайм аяқталуға жақын. Шамасы енді бірінші таймда есеп өзгеріссіз қалатын секілді. Бірде бір. Екі минут қосылған. Аут. Давид Сильва. Месси. Мессидің Суареске асырған пасы. Және осы жерден бірінші тайм аяқталды. Есеп бірде бір, қадірменді көрермендер. Бірінші тайм аяқталған көріп отырмыз. Енді бар талас екінші таймда өтеді деген ойдамыз. Второй тайм, дорогие друзья. Ильжан Аманкильды против Жанибека Салима. Счет он был у нас 1-1. Ну и пока совершенно равная игра. Дембеле. Пытался, видимо, какой-то финт сделать Ильжан Аманкильды, но не вышло у него. И поэтому так странно себя повел Усман Дембеле.
Сане. Здорово. Сане на левом фланге. Смещается в центр. Вот сейчас отдал пас на Давиду Сильву. Де Брюйне. Хороший пас на Фернандиньо. Будет бить Фернандиньо. И там от ноги Давида Сильвы мог все-таки мяч в ворота залететь. Видим статистику Серхио Агуэро. Один удар, один гол. То есть реализация сумасшедшая у аргентинского форварда. Что еще нужно для форварда? Один удар и забить этим ударом гол. Ракитич. Месси потерял мяч. Зинченко. Сильва. Фернандиньо. И пас Лероя Сане пяткой не проходит. Там Нельсон Семедо. Этот мяч перехватил. И такой только лишь аутом будет довольствоваться Жанибек Салим. Сане. Сильва. Снова Сане. Зинченко. Давид Сильва. Фернандиньо. Де Брюйне. Вангую. Дойдет дело до удара. Будет или нет? Агуэро. Нет. Все-таки плохая из меня Ванга, потому что Андре Гомес мяч этот перехватил. Месси. Суарес. Не особо большие скорости показывает пока Ержена Манкельды. Пытается все сделать практично. Месси. И Зинченко пока абсолютно ничего не дает делать Лео Месси. Хотел пошутить, что только в виртуальном футболе такое можно увидеть, что Зинченко не дает Месси абсолютно с собой ничего сделать. Но я думаю, сейчас в какой форме находится аргентинец, вполне возможно и в реальном футболе могли бы мы такое увидеть. Лео Месси у мяча. Опасный штрафной. Что, будет бить или нет? Скорее всего, будет разыгрывать. Нет, решил пробить Ержена Манкельды! Ты просто гений! Вот это удар, вот это гол! Ну, просто аплодирую стоя! Это лучший гол 29-го тура. Даже я не смотрел. Несмотря матчи, которые у нас еще будут в этом туре. Гениально! Просто гениально! Но вот мы обязательно сделаем наверняка, друзья, топ лучших в программе Сетанта Pro League Review, топ-10 лучших голов всего турнира. И там наряду с голом Олжаса и Исентаева, но вот там, где Ильджана Манкельды, ну прости, Ильджан, я должен это сказать, там, где Ильджана Манкельды, по-любому будет Олжас Исентаев. То есть, в смысле, вот на этот гол ответ только есть, наверное, гол Сона в исполнении Олжаса Исентаева бисиклетой в падении через себя. Стерлинг и Еремина на месте. Но мы за все существование нашего турнира, дорогие друзья, можете, я точно это знаю, мы увидели три гола со штрафных. Суарес! Нет, не будет гола. Мы увидели всего лишь три гола прямым ударом со штрафных. Вот так вот правильно будет звучать. Авторами которого ставили, собственно, Артур Малинин, Алмаз Касымжанов и сейчас Ильджан Аманкельды. Но простят меня, я думаю, Артур Малинин и Алмаз Касымжанов, потому что вот этот удар был, ну, просто великолепным. Ну, то есть вот уже 69-я минута встречи, очень много времени прошло после гола Ильджана Аманкельды, а я до сих пор говорю об этом голе. Но потому что, друзья, я не знаю, вы такого не видели, Агуэро! Нужно было сравнивать, Терштеген на месте. Агуэро, Хазар Тарас вас теннистрет, мүмкіндікті мөлчіберді, және ойыншылардың да алмасып жатқан көріп отырмыз. Осы жерде Мессидің орнына Алиш Видальдің шыққан көрдіңіздер, және Андрес Иньеста қазір алаңда өнер көрсететін болады. Әзірше есеп 2-1, және Ельжан Амангелді турнир кестесіндегі өзінің екінші орнын сақтап отыр. Және қазір Манчестер Сити, яғни Жәнібек Сәлім бұрыштан допты асыратын болады. Үзілістен кейін қазір кездесу қайта жалғасуы керек.
Не, мне ойыншылар алмасып жатыр. Филиппе Каутиньо кеткенін көрдік. Андрес Иньеста, Алеш Видаль алаңға қазір шығу керек. Манчестер Сити командасы сапынан да ойыншылардың алмасқан көріп отырсыздар. Бұрыштама добы. Айбалан қасырылған пас, компанийдің басмен бағыттаған соққысы, алайда қақпадан қиыс кеткен көріп отырсыздар. Жерар Пике қорғанған екен. Марк Андре Тер Штеген еркін соққымен қазір кездесуді ары қарай жалғастырады. Егер бағана да айтты қой, егер бүгін ұпайдан шашау шығаратын болса, Елжан Амангелді онда екінші орындағы талас қыза түсетін болады. Кевин Де Брюйне Илка Гюндаганға тастады. Қайтадан Де Брюйне. Габриэль Жезус қазір соққы жасауға да болады. Жасалды, алайда қорғаушыларға тиіп, тағы да алаңнан шығып кеткен көріп отырсыздар. Тағы да бұрыштама добы. Жәнібек Сәлімнің шабуылы мықты қарқынмен жасалып жатқанын да байқадық. Бірақ бұл бұрыштама добынан Елжан Амангелді аман есен қорғанды. Луис Суарес Андрес Иньестаға қалдырды. Иньеста Кевин Де Брюйнеден өте алған жоқ. Де Брюйне болса қазір командасының жаңа шабуылын бастайды. 10 минуттай уақыт қалып отыр қадірмен көрермендер. Стерлинг, Агуэра, Жезус соққы! Және Марк Андре Тер Штеген қазір командасын қандай қиын эпизодтан сақтап қалған көрдіңіздер. Енді Елжан Амангелдіге міндетті түрде қазір шабуыл жасау керек, допқа иелік ету керек. Әйтпесе мына қарқынмен Жәнібек Сәлім гол соқпай тынбайтын секілді. Міне тағы да орталық алаңда тартып алды, тағы да соққы және есеп теңесті. 2-2 бұл жолы. Рахим Стерлинг қадірменді көрермендер гол соғып көзге түскен. Не осылайша қазір күміш жүлденің қызығын осы турнирдегі қайта кіргізіп қойғандай. Және Рахим Стерлингті бұл жерде Елжан Амангелдінің қорғаушылары жауып үлгере алған жоқ. Енді ойын қыза түседі. Енді Елжан Амангелді шабуыл жасау керек. Орталық алаңда допты ойынға қосып үлгерді. Усман Дембеле назарларыңызда. Пако Алькасерге қалдырды. Луис Суарес бір футболшын алдап соққы! Және Елжан Амангелді таразы басында тағы да алға шығып отыр. Қандай қызық кездесу. Және екі кибер спортшымызда ойынның қызығын екінші таймға қалдырып қойғандай. Эдерсон Мораештің бұл жерде ешқандай да дәл осы Суарестің соққысын қайтаратын қауқары бола қойған жоқ. 3-2, 3-2 Елжан Амангелді екінші орын сақтап тұр. 5 минуттай уақыт бар еді. Енді қазір Жәнібек Сәлім не деп жауап береді екен, қалай жауап береді екен бұл жағдайға. Кевин Де Брюйне, Жезус, Агуэра, Жезус және тағы да таразы басы теңесті. Қадірменді көрермендер, 3-3. Демек тағы да күміш жүлденің қызығы қайта басталды деген сөз. 3-3 қараңыздар, санаулы бір 5 минуттың ішінде айналдырған. Алдымен Елжан Амангелді алға шыққан еді, бірақ кейіннен қазір Жәнібек Сәлім қайта таразы басын теңестіріп қойды. Бернардо Манчестер Ситидің жаңа шабуылын бастауда. Габриэль Жезус қайтадан Агуэраға беріп отыр. Агуэра допты айбалаңына алып келді, бірақ бұл жерде Иньеста мен Елжан Амангелді сәтті қорғана білді. Усман Дембеленің пасы сәтсіздеу. Илкай Гюндаган, Жезус ашылды. Габриэль қазір
Дебрюйнеге соққы, қорғаушыларға тиді. Бернардо. Тағда бір соққы және 4-3 қадырменді көрермендер. 4-3. Соңғы минуттарда қазір Елжан Амангелді жеңісті уысынан шығарып алды. Мүслім Сағымбаев қайта-қайта шабуыл жасады және өз дегеніне жетіп отыр. Қандай тартысты кездесу. Енді қазір Жәнібек Сәлімнің уақыты жетеді ме екен Тараз басын теңестіруге. Соңғы секундтар Иван Ракитич, Усман Дембеле, Пако Алькасер, Луис Суарес жаңа бір гол соққан еді. Пако Алькасерге асырылған пас, алайда Венсан Компани өз орнында. Және кездесу аяқталды. Өте қызық, өте тартысты өткен кездесу. Просто невероятная по драме матч. Просто невероятный. Я ожидал что-то Валихан наподобие в 30-м туре, но решил Ержан Амангелді и Жәнібек Сәлім подарить один из самых крутейших матчей на Ассистанта Пролиг именно в 29-м туре. Мына ойыннан кейін енді 30-шы турда да қызықты ойындар болады деген ойдамыз. Қазір кішігірім үзіліс және келесі кездесуде қайта жолығамыз.